Книжечка «Цыпленок» из серии «Малютки» издательства «Мозаика Синтез». Книжечка очень небольшая, совсем, можно сказать, маленькая. Но картонные странички. У нее такие волнистые края интересно сделаны. Книжечка о маленьком цыпленке, который встречается со своими друзьями. Сама книжечка познакомит ребенка с домашними животными. У нас поросятки, овечки, корова с телятами. Также расскажет, какие они издают звуки. И также книжечка научит основам счета. Очень легко считать. Две овечки, три поросеночка. Вот такая очень интересная книжечка.